Новогодняя распродажа набирает обороты. Статистика утверждает, россияне планируют потратить на новогодние праздники в среднем 16 тысяч рублей. Это на 3 тысячи больше, чем в прошлом году. В круговорот покупок включились и местные шопоголики. В торговом центре Клинский открылась волшебная ярмарка квеста. А что это такое, расскажет Татьяна Барулина. Песни под аккордеон, зажигательные танцы и незабываемое шоу от звезды ТНТ Семена Фролова. И все это на открытии новогодней ярмарки «Квест» в торговом центре «Клинский». Волшебная ярмарка «Квест» превращает торговый центр в своеобразную сказочную страну, где развернулись ярмарочные городки. Здесь у нас проходят творческие мастер-классы. Вот, например, в городе мастеров можно создать новогоднюю елочку из фуамирана. Еще будут проводиться каждые выходные мастер-классы по акварельной живописи и технике декупаж. Внизу на цокольном этаже у нас работает Игроград, еще один ярмарочный городок, в котором будет интересно и увлекательно, наверное, детям. Там настольные игры и роспись елочных игрушек. А пока дети развлекаются, родители закупаются. Ведь при покупке от 500 рублей, кроме продуктов, покупателям торгового центра «Клинский» выдается карта «Квест» для участия в новогодней лотерее. На обратной стороне карты вопросы. Отвечаешь на них и становишься участником. Я пришел за подарком для своей сестры. Вот, оказывается, сегодня еще волшебная ярмарка «Квест». Вот, поэтому я с удовольствием приму участие. Все желающие тоже могут это сделать. Будет здорово, я думаю. Как и Кирилл, вы сможете стать участником лотереи. Совершайте покупки в торговом центре «Клинский» в декабре. Успейте принять участие в развлекательном шоу по выходным, ведь уже в конце декабря будут разыгрываться главные призы. 27 декабря я жду вас и ваших детей. Будем разыгрывать все самое крутое, чтобы радость у нас была в новом году бесконечная. В торговом центре «Клинский», конечно же, все это будет происходить. «Клинский» значит «наш». Татьяна Барулина, Наталья Красавина. Новости дня.